Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами мастер-класс Татьяна Щепкина. Я вам сейчас представляю новую пару, которую мы сделаем из холодного фарфора. Она вполне не только служит украшением, например, можно поставить эти туфельки или сделать, например, какую-то другую игольницу, допустим, можно сделать сюда и здесь вставлять булавочки. Но она также и служит утилизарной, у нее на значение, она просто служит как обувь для кукол и игрушек. Вот такую пару мы сейчас начнем делать, а это то, что мы уже с вами сделали. Итак, кому нравится, мы приступим.
Теперь эту пару я отправляю на просушку, а вот уже такая у меня высохла. И мы сейчас ее начнем дорабатывать и делать из нее туфельки.
И теперь отправляю на просушку и потом продолжим оформление наших туфелек. Итак, туфельки мы подклеили подошву, она уже просохла. И сейчас нужно заканчивать ее оформление. Дальше у меня есть вот такая тесьма, можно сказать. Я сделала, вернее, сплела эту косичку сама, то есть взяла трикотаж разных цветов. Вот как здесь видно, любые цвета могут быть. И тоненькие полосочки нарезала и сделала вот такую косичку. И этой косичкой я сейчас обработаю вот туфельку. То есть вот этой косичкой вот так вот пройдусь и ее подклею. Для начала, чтобы оно держалось здесь, я просто тоже подклеила клеем, так удобнее. Вот оно хорошо держится, например, если что-то лишнее можно обрезать, но оно все равно будет держаться, допустим, вот так. И теперь начнем подклеивать ботиночку к туфельку.
изо всех бантиков, которые здесь есть, я выбрала два таких вот бантика, которые и по цвету мне больше подходят, вот, и по размеру. И я сюда серединку украшу полубусинкой, там, где была перевязана, и вторую сейчас тоже также украшу полубусинкой. И в результате у нас вот получились такие симпатичные туфельки. Мне очень нравится, у меня большая коллекция, и я могу свободно выбирать на любую куклу или игрушку. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных мастер-классов. До свидания, до новых встреч. И мой девиз: изменим мир к лучшему.